Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банам Манохар Ванчакалпатарувасакипасиндубхавача Патитананг пабунебхя вайшнавебхьо намо намаха Мукхам кароти вачалам пангум лангхетигирим Яткипатамахам банде парамананда-мадавам Бриндавай тулсидебхай пиявай кесавасача Сна-бхакти-паде-деви-сватта-ваттвай-намо-намаха Нараяна-намаскритта-наранчайва-нараттамам Девинг-сарасватинг-вясам-тато-жайо-дирам Шанкиртане-кришна-гатва-пудеше Гаурия-патрасья-пракасанеча Садануракта-гуру-бхакти-югта Вакти Прамадакша Джагод Бараньо Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панатапала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада Паллава Накачандамани Чатая Биспуриджита кимапигабхудушвадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадика майи када кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиадвайта гададхара сивасади Гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта винда Харе Кришна 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 Харе 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 Раму Харе Аму Раму Раму Харе Харе Аджану ламмита бхужау канака бодатау Санкиртанайка питарау камала йотакшо Вишамбару диджавару джагадхарму палау Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Бхуктин ча муктин ча тада синиттам Бхаван рупена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивишита вам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Багиша Джушва Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаши Джасьясти Хидая Самбир Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе.
Krishna Ketana Gano Nartano Kala Pato Jani Vrajita Shadabhakta Vali Hangsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karna Nandi Kalad Dhanir Bhatume Jivhamaru Prangani Si Chaitanya Dayanidheta Balashad Lila Sudha Sarduni Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что думать о удовлетворении публики и Верховного Господа — это совершенно разные вещи. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что, что думать об удовлетворении обычных людей и об удовлетворении Верховного Господа — это совершенно разные вещи. Если я думаю о моем собственном благе, думая, что если я получу какую-то поддержку от людей, это подобно материальному наслаждению, какой-то личному удовлетворению, что я думаю о своей личной прочистке и с помощью популярности у публики. То есть некоторые люди стремятся к популярности, а популярности Харибаджана — это совершенно разные вещи. Думать об удовлетворении Верховного Господа всем сердцем, чтобы полностью посвятить Ему свою жизнь. Может, весь мир обернется против нас, но все же, если я всегда доволен, если я всегда думаю об удовлетворении Верховного Господа, это есть бхакти. И чтобы провозгласить эту сокровенную истину, это, и чтобы громко во всеуслышание провозгласить эту сокровенную истину публике, это зовется дживадоя, милость к живым существам. Чтобы показать людям, что есть бхакти, а что не является бхакти, это есть подлинное сострадание к живым существам, а не какая-то зависть или критика. На самом деле, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Джагадгуру говорит то, что возвышенные личности, те великие возвышенные личности, те, кто хотят не просто весь мир, а все вселенные, как в одном из киртанов есть такие строки, что под чистый вайшнав может спасти всю Брахманду. Может, но не все хотят быть спасенными. Подлинный чистый вайшнав может спасти не только мир, а все вселенные, всю Брахманду. Но может, но не все хотят быть спасенными, и это также зависит от желающих спастись. И Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорит, что возвышенные личности, они становятся целью нападок публики. Всякие люди пытаются как-то критиковать их, нападать, ругать за все подряд. И Шрила Прабхупад говорит: те великие души, возвышенные вайшнавы, те, кто хотят принести благо всему миру, обычно они становятся целью нападок обычных людей. Если вы идете на компромисс с майя, то не проблема, можете пойти в любое общество, в любом матха. Я бросаю вызов. Я не буду критиковать никого. Если вы пойдете на компромисс с ними, они
будут выражать вам всяческое почтение, предлагать гирлянды и прочее. То есть можно видеть люди, которые ищут признания или какой-то популярности, они склоняются из-за этого, но это влияние майи. Это внешняя сила майи. Майя организует все, чтобы такие люди сбились с пути. Не каждый может совершать харибаджан майдеви, она помогает людям упасть. Если кто-то привязан к славе, к почестям, к популярности, то майдеви, она делает это все, но люди, они в процессе отклоняются от пути. Шрила Прабхупада с тяжелым сердцем говорит, те, кто возвышенные личности, те, кто плачет обо всей вселенной, те, кто имеет такое сострадание, Шрила Прабхупада иногда говорит с тяжелым сердцем, может быть, это моя неспособность. У меня нет способности каких-то качеств, поэтому, может быть, я не могу помочь им избавиться от майи. И, может быть, вот в этом моя ошибка. Шрила Прабхупад говорит, обычно великие вайшнавы, они становятся целью нападок разной публики. Публика выражает какой-то гнев, зависть, чаще зависть. И из-за этого пытаются как-то опозорить каких-то вайшнавов из-за их зависти к ним. И это естественно. Пытайтесь помнить эту шлоку. Можете всегда помнить его. И каково значение этой шлоки? Эту обусловленность вы не можете так просто преодолеть. Из-за Йошитсанги. Вы не можете ожидать такого. Такой обусловленности из-за чего-то другого. То есть не такой привязанности нельзя найти где-то в другом месте. И только Йошитсанга имеет такую. Такое свойство привязывать людей к себе, и она очень опасна в жизни великих ачары и саньяси саду. Это очень самое сложное, что нужно преодолеть, это самая большая опасность. Многие заявляют, что мы преодолели привязанность к Йошитсанге, но часто это далеко не так. Рагунат Дас Госай, великий вайшнав, Прайоджан Татва Ачарья. Он, плача, говорит такие слова. Это братишество подобно бесстыжей женщине, которая родилась в очень низкой семье, и она может это сравнивается с Йошитсангой, даже более опасно. Кто-то пытается избегать общения с женщинами, кто-то избегает денег, но практически мало кто может избежать.
В смысле избежать привязанности к практически, это последний удар майи. Это самое сложное, что нужно преодолеть. Кто-то может победить склонность к общению с женщинами, к привязанности к женщинам, к деньгам, но привязанность к пратишти, к славе, это очень сложно преодолеть. И практически все они падают вот на этом последнем шаге. Если кто-то совершает йоши-сангу, или те, кто общается с теми, кто привязан к этой йоши-сангу, и то есть непосредственно те, кто привязан к йоши-сангу, или те, кто общается с теми, кто привязан к йоши-сангу, их общение с ними тоже опасно, настолько опасно, что даже во сне мы не можем представить. Это практически невозможно понять, насколько это опасно. Даже небольшое общение с такими людьми, оно может скинуть вас на дно майя, в океан майя. И согласно Гауди Даршану, йоши-санга, она имеет широкое значение. И согласно другим сампрадаям, все эти другие сампрадаи, у них есть какое-то простое значение. Но Гаудия сампрадая, преданные Гаудии, у них очень глубокое значение этого термина. Они хотят объяснить таким образом, что это более практично, более научно. И вот как они объясняют йоши-сангу значит то, что является объектом нашего наслаждения. Это не обязательно, что женщины – объекты чего-то наслаждения. Может, деньги или положение где-нибудь, или слава, или еще что-то, кто знает. И это наслаждение – это объект привязанности для нас, и это является, зовется йоши-сангой. Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакура не объясняют. Любой объект привязанности, из-за которого у нас появляется склонность к наслаждению, это есть объект. И это зовется термином йошит, как маленький харидас. Маленький харидас никогда не... Он никогда не общался с женщинами непосредственно, но почему? Махапрабху выгнал его. За всю свою жизнь он не общался с женщинами, но все же Махапрабху выгнал его. Не позволяйте ему приходить ко мне. Мои ворота закрыты для него. Будьте осторожны. О, Говинда, севак. Говинда, будь осторожен. Не позволяй ему. Мои ворота всегда закрыты для него. Почему? В чем проблема? Что случилось? Наша Гурага объясняет. Практически он никогда не общался с женщинами, но в тот момент, когда он подумал об этом, то есть физически он не наслаждался женщиной, а просто подумал об этом. Пошел просить рис у Мадхави Давидаси, она была великопреданной.
хотя вроде сложно понять, то есть здесь не было никакой физической связи, а просто в уме он подумал, и этого было достаточно. А как эта Мадхави-деви, она стала спутником Махапрабху? И вот и также есть случай с Рай Раманадой, когда он помогал этим Девидасе танцевать, учил их танцам, мыло их одевал, массаж им делал. Весь мир он понимает это превратно. То есть, видя его действия, вероятность понять его превратно практически стопроцентная. Но Махапрабху, он пребывает в нашем, в моем сердце, в вашем сердце, как сверхдуша, и невозможно обмануть Махапрабху. И вот Махапрабху, Верховный Господь, он свидетель того, что мы делаем открыто или скрыто. И вот Чотахаридас, он пошел просить рис в Баджан-кутире Мадхави-девидасе. И там была молодая девушка, она помогала этой Мадхави-девидасе. И вот она служила ей, помогала ей этот. И вот этот Чотахаридас подумал не о Мадхави-девидасе, точнее, вот этой служанке Мадхави-девидасе, и этого было достаточно. И вот этот Чотахаридас взял у нее рис и пошел, принес Махапрабху. И Махапрабху спросил, откуда такой прекрасный рис. И вот рассказали, что этот Чотахаридас принес рис от Мадхави-девидасе. А спросили, откуда рис? И сказали, что от Мадхави-девидасе. И спросили, кто принес. И тот сказал, что Чотахаридас. И вот Махапрабху принял прасад, пошел в Гампхиру, в свой баджан-кутир, позвал Говинду и сказал, что с сегодняшнего дня это мое наставление не позволять Чотахаридасу приходить ко мне. Мои ворота, мое сердце, оно навсегда закрыто для него. И вот посмотрите, насколько строг Махапрабху, хотя все общество стало сахаджийским. Смотрите, насколько строг Махапрабху. Махапрабху никогда не шел ни на какие компромиссы с Майей. Бхактивинода Тхакур никогда не шел ни на какие компромиссы с Майей. Шрила Прабхупада также. Шрила Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махарадж никогда не шел ни на какие компромиссы с Майей, как и Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шрила Сиддхарта Девгасвами Махарадж, но мы, к сожалению, стали сахаджиями и идем на всяческие компромиссы, чтобы получить какое-то уважение от какого-то общества. И вот так можно видеть, что многие идут на всяческие компромиссы со всем, с чем только можно идти на компромиссы, но это не бхакти. Бхакти — это жить так, как и жил Харидас Такур Бхакти, но такого, как Сваруп Госвами, как Рупа Санатан. Они наш идеал. И вот любой объект, ради которого мы чувствуем привязанность к нему, склонность к наслаждению этим объектом, это есть Йошитсанга. И будьте осторожны. И сейчас, полчаса назад, я говорил о том, что эти возвышенные личности, они становятся целью нападок обычных людей. Обычные люди, они завидуют им, как в случае с Харидас Такуром, великим Намачари.
я могу говорить о Туласидасе. Вы слышали имя Туласидаса? В своей прежней жизни он был Валмики Муни. Кто наслаждался полным, он обрел полную милость. Каши Вишванатха написал Рамаяну в очень понятном виде, чтобы обычные люди, которые не знают даже санскрита, не могли изучать эту Рамаяну. Мне нужны тысячи людей, чтобы они помогали мне совершать ванисеву, но я не могу найти. Есть несколько, которые помогают мне, но мне нужны тысячи людей, чтобы совершать ванисеву, чтобы помочь всем людям в мире. Но согласно нашим способностям, я своим способностям я пытаюсь что-то делать. Туласидас, он был нишкинчан, он совершал рамбаджан. И какие-то преданные критиковали его все время. И вот они хотели как-то опозорить его всяческими способами. Туласидас никогда не беспокоился хорошо. Это его обязанность. Он совершил свои обязанности, а совершал баджан, не обращал внимания на мачарьях Харидас Такур, великий вайшнав, кто никогда ни с кем не спорил. Он нишкинчан. Он великий саду. Но все же Рамачандра Кхан, этот завистливый человек, он пытался как-то опозорить его. Он хотел какой-то скандал устроить. Пытался найти какие-то пятна в безупречной жизни Харидас Такура. И Шриман Махапрабху, будьте осторожны, помните. Шриман Махапрабху, он предупредил, предостерег, что те, кто следует обету саньяса брамачари, для них Махапрабху говорит: о люди, будьте осторожны. Махапрабху говорит: я саньяси, но все же я боюсь Йоши Цанги. Я саньяси. Люди говорят, что я нахожусь в отреченном укладе жизни, но когда я слышу имя женщины, я боюсь. И в Чайтанья Чайтамрите это описывается. Рай Рамананда, он великий вайшнав, и смотрите, несмотря на то, что он имел физический контакт с этими девочками, он их мыл, массаж им делал, одевал, танцевать учил, но все равно у него не было ни капли вожделения. Махапрабху говорит о себе: смотрите, я в отреченном укладе жизни, все равно я боюсь, я чувствую страх. Йоши Санга Тяга и Вайшнавача, чтобы избегать наслаждений к тому, к чему мы привязаны, это один из принципов вайшнавизма, который сложно следовать другим. Гораздо проще, так или иначе, мы оскверняемся в
вот этим склонностью к наслаждению чем-то. Харидас Такур, великий Харидас, всей своей жизни люди говорили, что так много мнений о том, где родился Харидас Такур, в мусульманской семье, либо нет. В то время как другие заявляют, что Харидас Такур родился в семье хинду, но отец и мать куда-то делись, и поэтому какие-то мусульмане его взяли и заботились о нем. Но это не столь важно, поскольку в Чайтанье Чайтамрите и в других писаниях говорится, что вайшнавы, о вайшнавах мы не должны думать, в какой семье родился вайшнав. То есть о его прошлом. Мы знаем, что если кто-то стал вайшнавом, это в этом случае бесполезно вспоминать, с какой касты он происходит, с какой семьи, с какой варны. И вот есть шлока прекрасная на бенгали, но мало кто понимает бенгали, к сожалению. И вот в этой шлоке говорится, что бесполезно думать о том, о происхождении вайшнава. И чтобы показать бесполезность всех этих мыслей, Махапрабху организовал так, что Харидас Такур родился в мусульманской семье. И поэтому не столь важно, родился вайшнав либо в высокой брахманской семье, или не очень высокой, это не важно. Мы не должны привязываться к этому. И Вриндавана Дас Такур пишет, что относительно Кришна Бхаджана это не важно. Относительно Кришны Бхаджана это бесполезно думать о том, где вайшнав родился, откуда происходит. И в Бхагаватам так много случаев, я могу показать вам. Есть прямой документ о том, что вайшнав, он вайшнав. Неважно, с высокой семьей он происходит или с не очень высокой. Тот, кто совершает баджану, он велик. А кто не совершает баджан, он не, то заслуг у него нету никаких. Неважно, с какой семьей он происходит. Тот, кто совершает баджан, он велик. А другие, даже если происходят с высокой семьей, но не совершают баджан, то толку от этого нет. Вриндавана Дас Такур Махашой пишет таким образом. Те, кто совершают идеальный баджан, они велики, и те, кто не совершают баджан, они, соответственно, не могут просто гордиться своим положением и рождением. В Бхагаватам есть такая шлока, что випра брахман, который украшен 12 брахманскими качествами, которые мы можем ожидать в качествах и характере брахмана, и все же, если он лишен Кришна или Вишну Бхакти, то вайшнав, который родился в очень низкой семье, но имеет преданность Вишну и Кришне, то
такой вайшнав более уважаем, более почитаем, чем браман, имеющий 12 браманских качеств, но не имеющий преданности Вишну. И преданный, который родился в низкой касте, но имеющий преданный Вишну, такой как, например, Гухак Чандал, он более почитаем. И вот мы должны запоминать какие-то Гауди вайшнавские термины, как вот Чандал, например, тот, кто родился в очень-очень низкой семье, но не только. А то есть эти чандалы обычно те, кто занимаются сжиганием тел в крематории. Вот это каста чандалов. Рамачандра, он однажды подружился с каким-то чандалом. Рамачандра, он имел очень такую крепкую дружбу с каким-то чандалом, они обнимались, плакали. Рамачандра полностью благословил Шабарима Билибая. Это люди были с очень низкой касты, и все же они получили даршан Махапрабху и обрели его милость. И вот Бхагават Крипу мы не можем ожидать в соответствии со своим собственным желанием. Бхагават Крипа может достичь нас в соответствии с нашей преданностью, из-за нашей любви к Сампрадае Гурудеву, из-за того, что мы делаем для них. Как Прохлад Махарадж, он нас только милостью обрел, или Бабали Махарадж. И вот великий Харидас такой, он родился, может родиться в любой семье, но помните, он Намачарья Харидас. Он получил наивысший титул среди всех спутников Шримана Махапрабху. Будьте осторожны. Харидас Такур, он получил наивысший титул среди всех спутников Шримана Махапрабху. Он Намачарья, не забывайте об этом. И вот Намачарья — это такой великий титул, другие титулы мы не можем сравнивать с ним. Он Намачарья. И этот Намачарья Харидас, он повторил три лака Харинама. Он всегда доказывал, показывал, что все виды баджана, которые вы совершаете без поддержки Харинама, все это бесполезно. Это все мы должны делать и повторять святые имена также. Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж, он тоже отвечал так. Мы сейчас придем к нему. И что сказал Джагадгуру Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, вы знаете. Шрила Прабхупад говорит такую Сиддханту, если кто-то подсчитает, подумает, что без Харинама есть другие пути баджана, они в майе, такие люди. Шрила Прабхупад дает такую Сиддханту, те, кто думает, что может быть какая-то альтернатива Харинама. Шрила Прабхупад говорит, это зовется майя. Это зовется майя, так сказал Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Нет никакой альтернативы Харинама, будьте осторожны. Если вы думаете, что может быть что-то альтернативное Харинаму, то такие люди находятся в майе. И любой баджан, который вы совершаете, нужно в процессе воспевать святые имена, повторять Харинам, и Харинам Прабху, он дарует нам всяческий успех, он поможет нам достичь любого успеха. Нет ничего, что нельзя было бы достичь с помощью Харинама. Все сокровенные цели Рагануга и Рупануга Баджана, они
явятся в вашей жизни по милости Нама Прабху. Будьте осторожны, не забывайте это. И вот я хочу показать, насколько велик Харидас Такур. Даже ребенок может какую-то зависть иметь, но Харидас Такур настолько милостив, что даже комары не получали его милость. И этот Харидас Такур стал объектом зависти и нападок со стороны Рамачандра Хана, негодяя. И вот он очень завидовал Харидас Такуру, что тот повторяет Трилака Харинама. Он очень популярен в обществе, все уважают его. Этот Рамачандра Хан, он хотел его как-то опозорить, и вот он пошел, нашел какую-то проститутку. И сказал, что заплатит ей любые деньги, но нужно пойти к Харидас Такуру и как-то его опозорить, чтобы он пал. И она сказала, что очень просто. Сейчас пойду и сделаю. И вот эта проститутка обрадовалась и пошла. Когда сейчас идти? Нет, ведь вечер или ночью, чтобы никого не было, он повторяет, там Харинам, и нужно его как-то совратить. Ночью, вечером кама она у сердцев она возрастает, а саду повторяет, совершает ваджан в это время, когда люди они полны вожделения, то обычно повторяют Харинам в это время, как Бхактинан Такур начинал повторять Харинам где-то с полуночи он повторяет Харинам до утра. И люди думали, зачем Бхактина Такуру так рано ложится спать. Он несколько часов спал, и потом все остальное время повторил Харинам. И в киртанах это описывается. Вот. И в Бхагаватам Шлока есть, что мудрые бодрствуют тогда, когда невежды спят, и наоборот. Мудрецы спят тогда, когда невежды бодрствуют. Пытайтесь посвятить свою жизнь ради достижения нектара. Я седина в ясасане и прикасаюсь к тулосе. Я обещаю вам, вы сможете достичь всего, если вы будете полностью следовать Шри Чайтанья Махапрабху и Бхактивинода Такура, Шрили Прабхупаде, следовать полностью без отклонений. И вот ближе к ночи эта проститутка пришла, начала себя показывать. Харидас Такур смотрел на нее, как ребенок, повторял Харинам. Он поклонился Туласи, а она поклонилась Туласи и Харидас Такур. То есть, смотрите, она пришла и поклонилась Туласи сначала, и потом Харидас Такур поклонилась, уже какое-то благо обрела от этого. То есть то, что она поклонилась Туласи Харидас Такуру, это уже какое-то благо принесло ей. Если вы клонитесь каким-то вайшнавам, получаете их даршан, получив даршаны Харидас Такура, это ее сердце, оно немного улучшилось, очистилось, какая-то чистота появилась. И Харидас Такура сказал: ты
И вот она пришла, начала просить Харидастакуру, чтобы он насладился с нею. И Харидастакуру сказал: «Хорошо, подожди, но у меня тут обетованное число кругов, нужно...» Я взял обет, что буду каждый день повторять три лака харинама, ты посиди здесь. Я вот, если закончу, то начнем. Общение, что значит общение? Это проститутка подумала какое-то телесное общение, но согласно шастре, обмениваться премой, любовью. Если я люблю вас, если я хочу спасти вас, сделать, пролить на вас свою милость, это значит, что я общаюсь с вами. Общение значит обмениваться прити. И Харидастакур, великий вайшнав. Может, она проститутка, но Харидастакур видит душу, пребывающую в ее теле. Он не смотрит на ее тело. Харидастакур, когда смотрит на женщину, он не видит ее как женщину, а видит как душу, пребывающую в теле. Он видит душу и пытается как-то помочь ей. И вот этот проститутка всю ночь слушала харинам, уже утро настало, и сказала, что ты пообещаешь, что... Но Харидастакур сказал, что извиняюсь, но не смог закончить харинам, уже солнце взошло, то что давай завтра попробуем, приходи завтра. И вот она пришла на следующий день, поклонилась Туласи и поклонилась Харидастакуру. И Харидастакур сказал: «Хорошо, я пытаюсь закончить свой харинам». И проститутка очень обеспокоена стала, что уже... И Харидастакур сказал, что подожди, подожди. И вот ночь опять закончилась. Харидастакур сказал, что сегодня тоже не успел. Пытался закончить харинам, но не смог, поэтому давай завтра приходи. И вот на следующий день опять то же самое случилось, и потом, слушав харинам от Харидастакура, великого намачари, то есть пришла реакция слушания святых имен, и она проявилась в жизни этой проститутки, она начала плакать, она принесла полный распростертый поклон Харидастакуру и начала просить прощения. «Прости меня, я лицемерка, я пришла сюда по указанию Рамачандра Кхана, чтобы опозорить тебя. И прости меня, я прошу прощения», — Харидастакур сказал. «Я знаю, очень, я знал это перед тем, как ты пришла, я понял, но я ждал. Я первую ночь мог бы уйти прочь отсюда. Но я ждал, ты падшая душа. Я хотел спасти тебя, ты наслаждаешься моей заботой. Это настроение вайшнава. Если кто-то пытается напасть, как-то опозорить вайшнава, все равно думают, как помочь таким людям. Как я могу мстить им? Поскольку я повторяю харинам, те, кто повторяет харинам, они никогда не пытаются отомстить кому-то, как в случае с охотником и Нарадой Муни. Этот охотник впоследствии стал чистым вайшнавом, и даже комара не может убить или насекомого перед тем, как поклониться. Он всех муравьев и прочих насекомых он убирает с того места,
где он хочет поклониться. Он стал настолько чист, что не может принести вред никакой душе. Он видит во всех живых существах душу, вне зависимости от того, что это мужчина, женщина, животное, либо насекомое, или муравей, или комар. Он видит Верховного Господа в душе, в каждом теле, во всех. И вот эта проститутка попросила его, чтобы он дал их харинам. И он Харидас Такур сказал, что иди, прими омовение в Ганге. И тогда Харидас Такур дал их харинам, сказал, что повтори харинам здесь, и тебе не нужно никуда идти, весь просад, все остальное придет к тебе. Харидас Такур дал их харинам, и она стала великой вайшнави, буквально драгоценным камнем. И то это не совсем правильное сравнение в Чайтанья Чаритамрите. Говорится, что Харидас Такур, он не... Он не сделал эту падшую женщину золотом. А он сделал больше. Харидас Такур, он сделал эту женщину подобно философскому камню, который, если прикасается к чему-то, то этот металл становится золотом. Но это золото не может сделать другие вещи золотыми. И это Сиддханта в Чайтанья Чаритамрите приводится, что Харидас Такур, он не сделал эту женщину подобной золоту, а сделал ее подобно философскому камню, чтобы она, если кто-то приходит в контакт с ней, то они сами становятся преданными подобным золоту. И в Чайтанья Чаритамрите это описывается. Тысячи великих ачарий. Они приходят, чтобы видеть. Они приходили, чтобы получить даршан лотосных стоп. Это Лакхир, которая в прошлом была проституткой. В Чайтанья Чаритамрите говорится, и сейчас Лакхира повторяет три лака харинама по наставлению Харидас Такура, великого Харидаса. И так или иначе она получает мадхукари. И сейчас тысячи великих ачарьев, они пришли, чтобы получить даршан лотосных стоп этой Лакхиры. Посмотрите на могущество вайшнавов, если мы не обманщики. Посмотрите на качество вайшнавов. Даже такая падшая душа, она может стать изумрудом, каким-то драгоценным камнем. И таким образом, великий Харидас Такур, не хочу так много всего обсудить, но времени мало. И вот сейчас Махапрабху, я сейчас прихожу к концу, поскольку времени не так много. Махапрабху однажды говорил о славе харинама с Харидас Такуром. О, Харидас, я хочу услышать славу харинама от тебя. И как это возможно, что падшие души, какие-то мусульмане могут обрести благо? О, Прабху, не беспокойся, ты повторяешь харинам. И эти звуки святого имени, они... И эти волны звука святого имени, они войдут в наши уши, в наше сердце и изменят нас. Харидас Такур говорит о Махапрабху, когда вы повторяете святые имена, то
то этот харинам, он очищает все. И все, даже деревья, камни, прочие, подвижные, неподвижные, живые существа, они обретают благо. И Махапрабху спросил, как мусульмане могут обрести благо, они не повторяют харинам, но смотри, харам повторяют. Харам, они имеют это другое совершенно, но в этом слове есть имя Рамы, они не осознанно повторяют. И поэтому, Прабху, не беспокойся, мусульмане, без понимания того, что говорят, они повторяют Харам часто, но они не знают, что Рама — это имя Рамы. Это имя Рамы, а Ха-Ха значит восклицание такое на санскрите, и поэтому Прабху, не беспокойся, они получат благо. И таким образом Харидас Такур, он объяснил славу Харинама, и Махапрабху хотел дать ему наивысший титул, он дал ему титул Намачарья. И я несколько случаев расскажу. Однажды в Саптаграме, Саптаграм — это деревня, где наш великий Ачарья, Рупануга Ачарья, Рагунатдас Гасай. В этой деревне однажды Харидас Такур повторял, он говорил Харикатху о славе Харинама. И один человек там был против категорически, спорил всячески. Его Гопал звали, как так? Не Чапал Гопал, а какой-то другой Гопал. И вот он спорил с Харидасом. Ты говоришь о славе Харидаса, те, кто совершает аскезы. Как ты это имеешь смех заявлять, что те, кто совершает аскезы, а просто повторяя Харинаму, уже достичь большего, что это, что за ерунда? И Харидас Такур спросил, почему ты не можешь поверить в славу святых имен Господа? Почему ты уделяешь большее значение аскезам? Харинам, он может даровать все. Харинам — это он бесценный дар Господа. И почему ты не можешь поверить это? И наверняка из-за своей неудачи. И этот человек начал спорить с Харидасом, сказал, что я бросаю тебе вызов. Если ты не подтвердишь свои слова, то должен отрезать себе нос. А если я не подтвержу свои слова, то я отрежу себе нос. И тогда все собрание начало возмущаться. Что ты несешь? Ты совершаешь оскорбление в адрес этого великого саду. Как ты смеешь? И вот все начали жалеть, что такой человек в деревне живет. И этот Гопал в течение двух дней у этого Гопала развилась лепросия, и нос его сгнил. И он так без носа остался. И вот его нос сгнил из-за этой лепры, и все отказались от него. Мы предостерегали его. Но не уделял внимания нашим словам, и сейчас он получил должное наказание. Ях, великий Харидас Такур. Мы не можем прославить его. Его слава бесконечна, а мы малые души. И однажды Харидас Такур, когда Харидас Такур шел в Нилачаладаму с Махапрабху, и Харидас Такур, он Махапрабху дал место Харидас Такуру.
где там в Пури, рядом с океаном. И Харидас Такур говорил, что я просил жизнь низкой семьи. У меня нет права заходить даже в Гамхиру, и не говоря уже о Джагнат Мандире. И Харидас Такур, он стоял снаружи, и Махапрабху просил его зайти, но Харидас Такур сказал: передайте Махапрабху, что я падшая душа, родился в мусульманской семье, и поэтому не имею права заходить в Гамхиру. А если кто-то заявляет о себе, что он великий вайшнав, то это, как правило, не как правило, а всегда говорит о том, что такой человек нечто противоположное. Бесчисленное количество душ было спасено Харидас Такуром в тонкой форме. Что я имею в виду? Эти деревья, кустарники, души в тонкой форме, всякие привидения, демоны и прочее. Внешне их не всегда можно видеть, но они были спасены благодаря Харидас Такуру. Однажды Харидас Такур повторял харинам, и в последний момент, и сегодня я вспоминаю его, тот святой день, когда Харидас Такур оставил свое тело. Это подобный идеализм в нашей жизни. Если во время смерти я вспомню славу Харидас Такура, то обрету великое благо. Я молюсь Гуранге Махапрабху, хотя я знаю, что я не смогу обрести ту удачу, которую обрел Харидас Такур, но все же я могу, по крайней мере, желать, мечтать об этом. И чтобы исполнить исполнение моего желания, оно находится в руках Бхагавана. И он очень милостив. Харидас Такур, он повторял харинам каждый день. И правило такое было, что Махапрабху шел на арати Джаганатха и потом ел какой-то прасад. И каждый день утром, в начале всего, Махапрабху приходил и встречался с Харидас Такуром. И сейчас, надеюсь, вы поняли, Махапрабху сначала шел принимать омовение в океан, потом на даршан Джаганатха, а потом получить даршан Харидас Такура и приносил ему прасад с Джагнат Мандира и просил его принять. И таким образом каждый день. И однажды Махапрабху, как обычно, пришел к Харидас Такуру, а Харидас Такуру являл лилу болезни. Он лежал, по полу лежал. «О, Харидас, что случилось? Все хорошо с тобой, да, сам, но все хорошо, но мое тело и ум, они больны. Со мной все хорошо, но мой ум, разум, они осквернены. О, правда, что правда, я не могу закончить мои святые имена. О, ты уже Сидда Махатма. Махапрабху сказал, ты Сидда Махатма. Лучше, можешь меньше харинама повторять. Всю жизнь повторял ты лакха, можешь. В старости чуть меньше. Но Харидас сказал, я не могу меньше повторять харинама. Не повторяя три лакха харинама, я не могу даже принимать прасад. У него был обед, что пока не повторит три лакха харинама, он ничего не ел. И Махапрабху сказал, и Харидас сказал: о, Махапрабху, я чувствую, что вы скоро уйдете с этого мира, но я не хочу видеть вашу лилу ухода, и поэтому хочу уйти перед вами. Пожалуйста, исполните мое желание, чтобы я ушел из этого мира перед вами. Я не хочу видеть вашу лилу ухода. Я знаю, что вы скоро уйдете с этого материального мира, но я хочу уйти перед этим. И Махапрабху, плача, сказал: о, Харидас, вся моя лила, все мои действия,
они все происходят вместе с тобой. Если ты хочешь оставить меня, то с кем я буду жить? Я не могу потерпеть такой разлуки. Харидас Такур сказал: «О, Махапрабху, не нужно так говорить. У вас так много замечательных спутников, а я подобен насекомому». У тебя так много замечательных спутников и так много других живых существ в этом мире. И что случится, если такая незначительная душа, как я, уйдет с этого мира? И, пожалуйста, исполните мое желание. И Махапрабху ушел с тяжелым сердцем, поскольку Харидас Такур, он просил такого благословения, которое очень сложно было исполнить. Он попросил: «О, Прабху, благослови меня, и когда бы я не оставлял свое тело, ты должен быть рядом». Харидас Такур попросил такого благословения, что когда я буду оставлять свое тело, я хочу видеть ваши лотосные стопы, я хочу видеть ваш лотосный лик. И я хочу взять ваши лотосные стопы, поместить их себе на грудь и повторить Шри Кришна Чайтанья. И с этими словами я хочу оставить этот мир. Пожалуйста, даруйте мне такое благословение. Хорошо. Я не могу ожидать такого, чтобы ты просил меня об этом, но я исполню. И вот Махапрабху ушел, и следующий день он пришел, и Харидас Такур являл опять лилу болезни еще хуже, чем раньше. И когда Говинда принес остатки пищи Махапрабху, то Харидас Такур не смог даже принять этот просад. И сказал Говинде, чтобы тот принес, сказал, что не могу выразить неуважение к просаду, но и съесть не могу его, поскольку трилака харинама еще не закончил, и просто приложил его к голове. А он взял маленькую рисинку и съел. И сказал: «Сегодня я не могу есть просад, поскольку не успел повторить трилака харинама». И следующий день Махапрабху пришел, и Харидас попросил Махапрабху подойти поближе. «Я прошу, я молюсь, подойдите ко мне поближе». И вот Махапрабху пришел, подошел ближе, и Харидас Такур взял его лотосные стопы, поместил к себе на грудь, смотря на лицо Махапрабху. И внезапно он произнес Шри Кришна Чайтанья и оставил тело. Махапрабху начал плакать, рыдать. И вот он начал рыдать: «Ох, мой Харидас ушел». Махапрабху начал плакать. И вот, плача и говоря, что мой Харидас ушел, сегодня, наблюдая за уходом Харидас Такура, я вспоминаю о лиле Питамахи Бишмы. Питамаха Бишма тоже хотел оставить тело согласно своей воле. У Харидас, согласно решимости, он оставил свое тело. И я не смог оставить Харидаса в этом мире. Решимость Харидаса, она... И вот он, Харидас, решил оставить тело в этот определенный момент, и он оставил свое тело без Харидас Такура. Наш мир потерял такое великое сокровище, и эта земля, она потеряла такой великий бриллиант. И это не может быть компенсировано чем-то. И после этого Махапрабху, он взял тело Харидас Такура и начал танцевать с ним. И
началась процессия в то место, где они, они пошли к океану, и там выкопали яму и погрузили Харидас Такура туда в начале Махапрабху. А он омыл Харидас Такура в воде океана. И Махапрабху, он сказал, о, океан, сейчас ты, поскольку твои воды соприкоснулись с лотосными стопами Харидас Такура, ты стал наивысшей тиртхой, местом паломничества. Поскольку ты омыл тело Харидас Такура и очистился таким образом и стал наивысшим среди мест паломничества во всей Вселенной. И после этого они погрузили тело Харидас Такура в самадхи, начали восклицать Харидас Такура Киджай. И Махапрабху сказал, вы все помогите закопать тело Харидас Такура. И вот они сделали какой-то самадхи, поставили туласи сверху. И Махапрабху, он пошел в Джаганнат Мандир, чтобы просить Махапрасад для праздника в честь ухода Харидас Такура. И вот он, я нищий саньяси, пожалуйста, дайте мне какого-то Махапрасада, я хочу организовать праздник, пир в честь ухода моего Харидас Такура. И все панды, они начали давать ему прасад в горшках и сварубгаса, и они пытались сдержать Махапрабху. О, Махапрабху, это нехорошо, идите, мы все организуем, весь прасад, все принесем, вы идите. И вот они организовали много прасада, и Махапрабху сказал, сегодня я раздам прасад. Нет, нет, Прабху, сегодня я раздам, это мое служение, это мой Харидас. И Махапрабху взял прасад и начал раздавать. И Свабгасай, он сказал, Махапрабху, хватит раздавать, если вы будете раздавать, то никто не будет есть, поскольку ждут, пока вы начнете есть. Раньше вас никто не начнет, поэтому садитесь, я соответствую с вашими наставлениями, буду раздавать прасад. И вот Махапрабху сел и начал воспевать эту мантру. И Махапрабху после этого сказал, вы все очень удачливы, вы все очень удачливы, те, кто не слетел Харидаса, те, кто принимали участие в празднике в честь ухода Харидас Такура, те, кто танцевали, пели, те, кто помогали закапывать самадхи, те, кто даже просто ничего не делали, ели прасад. В честь Харидас Такура вы все достигнете успеха, это мое благословение, и нет сомнений в этом, что вы достигнете успеха. И это день ухода Харидас Такура, мы не можем потерпеть. Наше сердце, оно разрывается от разлуки с ним. Сегодня также день ухода моего Шикшагуру Шишила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа, великого Бхарати Махараджа. И те, кто возвышенные души, как мой Гуру Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж и остальные, они говорили, что этот народ Брахмачари, Шила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он говорил,
это такого идеального брахмачари, как Нарутам брахмачари. Очень тяжело найти. Это он очень такие преданные, очень редкие. Гурудев, смотрите, сам Гурудев проставлял Нарутам брахмачари, Бхарати Махараджа, что таких брахмачари, как он, практически невозможно найти. Я видел практически в моей жизни, я думал, как мой Шикшаго могу следовать всем этим принципам, возможно ли это для меня, как это возможно. Вся наша Гурварга, великие личности, возвышенные души, они говорили, что мой Гуру Махарадж также говорил, как Бхарати Махарадж во всем вайшнавском обществе. Мы не можем найти никого, кто бы был подобен, столь разумен, столь значим, как Бхарати Махарадж. Мой Гуру Махарадж говорил, как Махапрабху говорил о Харидас Такуре или о Санатане Гасае. Санатан Гасай говорил о... Точнее, Махапрабху говорил о Санатане Гасай на Бенгале. И вот Махапрабху сам... Махапрабху говорил перед всем как Санатан. Нет никого во всем мире. Даже во всех трех мирах нет никого, кто бы был подобен Харидас Такуру. Харидас Вигья – это бенгальское слово, санскритское Вигья значит, кто может видеть прошлое, настоящее и будущее. Он зовется Вигья, и Махапрабху, он дал такой титул Санатани Гасая. О, Санатан, нет никого. Мой Гуру Махарадж говорил, что Бхарати Махарадж, что нет никого подобного Бхарати Махараджу, кто мог бы видеть прошлое, прежнее и будущее. Гуру Махарадж перед своим уходом сказал, что не беспокойтесь, что я ухожу, я ставлю вам Бхарати Махараджа. Можете спрашивать у него все. Бхарати Махарадж, он такой великий человек, который совершал сатсангу всю свою жизнь. Всю жизнь он совершал сатсангу. Он общался с Шридхар Госвами Махараджем, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем, Шанти Махараджем, великий Вайшнава. Они все даровали ему свою милость, свое благословение. Они были очень счастливы служением Бхарати Махараджа. Они не видели никого, кого бы можно было сравнить с Бхарати Махараджем. Я в своей жизни тоже, когда я писал какие-то протестные книги или статьи, я относил ему на редактирование, но он никогда не находил никаких ошибок там, не знаю почему. Он благословлял меня, я не знаю почему. Я могу много случаев вспомнить с ним, но времени мало. Есть множество сладких воспоминаний, которые являются в моем сердце. И вот он говорил однажды. Это было наставление Шрила Бхакти Валабхитхирти Госвами Махараджа, чтобы я находился с ним в его группе проповеди. Но я там опоздал, не смог вовремя приехать, но вспомнил на том собрании. Бхакти Валабхитхирти Госвами Махараджа там не было, но Бхарати Махарадж был. Я вот с железной дороги приехал, принял омовение, переоделся, и Бхарати Махарадж меня заметил и сказал: «Наш Бабаджи Махарадж уже пришел». Я удивился. И вот он сказал такие слова на бенгале, ну что Махарадж, Бабаджи Махарадж пришел. Что наш Бабаджи Махарадж пришел, и я понял, сколько любви он имеет ко мне. Я никогда не чувствовал себя свободным говорить перед Бхарати Махараджем, поскольку он старше, но он всегда давал мне слово.
я говорил, как я могу говорить Харикатху? Нет, говорите. И перед Бхарати Махараджем много раз я говорил Харикатху по его указанию. На одном собрании я вспомню, один этот человек саньясу сейчас получил. Он говорил, я никогда не слышал такой комментарий ни от кого, кроме Шанты Махараджа и Бхарати Махараджа. Меня не было на том собрании, это было явление Шрилы Прабхупады. И Бхарати Махарадж, после того, как он закончил Харикатху, в то время была опубликована какая-то протестная статья Бабаджи Махараджем, и Бхарати Махарадж на открытом собрании сказал, что если вы хотите понять разницу между Бхактивинодара и то, что не является ею, и чтобы понять отклонение от пути Бхакти и понять подлинный путь Бхакти, вы должны изучать книги Шемдас Бабаджи Махараджа. И вот Бхарати Махарадж сказал это, если бы и сказал, тогда вы поймете, что такое подлинная любовь к Гуру Парампаре, каково значение Гуру Парампаре. А другие группы, а другая группа заявляет, что Бабаджи Махарадж всегда критикует всех, но Бхарати Махарадж открыто провозгласил, что если мы хотим понять что-то о Бхаджане, мы должны изучать книги с чем-то с Бабаджи Махараджа. Гуру Вайшнава, они велели мне писать такие протестные книги согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады. Ну и также согласно Шрилы Прабхупаде, если кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов, и давать им должный отпор, должный ответ, приводить должные аргументы, это есть бхакти. А если вы ничего не делаете, то вы потеряете вашу бхакти и ваше положение. Во всей своей жизни я никогда не видел такого терпения. Нигде, кроме Бхарати Махараджа, великого Бхарати Махараджа. Какая-то группа, она нападала на Бхарати Махараджа, не хочу говорить об этом. И вот пытались как-то навредить ему, и вот пришел принять омовение, пришел, а комнату закрыли. И вот Бхарати Махарадж стоял там весь день в мокрой одежде, и кто-то закрыл, из-за зависти закрыл комнату и ушел. Но этот человек не знал, что это наказание его, а не Бхарати Махарадж. Бхарати Махарадж так весь день стоял, ждал, когда наконец-то откроет его комнату. И вечером этот человек пришел. И вот Бхарати Махараджа, столько терпения, я никогда не видел такого терпения в моей жизни и такой памяти, какой была у него. Если кто-то приходит к Бхарати Махараджу, он вспомнил, даже если человека я видел лет там 30-40 лет назад, и люди удивлялись, что прошло там 25 лет назад, и Бхарати Махарадж до сих пор помнит. И вот у него была феноменальная память. Бхарати Махарадж, он как Махабхарата. Если открыть страницы сердца Бхарати Махараджа, то всю историю можно там найти. И вот он помнил, что там в 1956 году было, какой праздник был в Калне, хотя еще не родился в то время. А Бхарати Махарадж уже помнил, что происходило в каком году, в такую конкретную дату, в конкретном месте. Вот у него была такая феноменальная память. Помнил, что где, когда говорил,
Мы не помним, что вчера было, а у него такая хорошая память. Это милость нашей Гуруварги. И вся важная сева, все важное служение Бхарати Махарадж совершал. И такой разум, если мы сравним какого-то судью с высокого суда и Бхарати Махараджа, я думаю, Бхарати Махарадж гораздо лучше, безупречным образом решит все эти задачи. То есть Бхарати Махарадж может решить любую самую запутанную задачу. Бхарати Махарадж лично сказал мне, когда Шрила Прабхупада ушел, то две группы организовались, то есть Гауди Матхи разделился на несколько частей, но это не наша тема сейчас. И в то время Бхарати Махарадж был назначен писарем Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он судился со всеми, и поэтому и Бхарати Махарадж был его секретарем и писал множество писем во все инстанции. И после этого Бхарати Махарадж, он приносил эти документы к Шридхар Махараджу. Шридхар Махарадж был по профессии адвокат, баристер, и они вместе судились против другой части, на которую разделился Гауди Мат. И вот Бхарати Махарадж говорил, когда твой Гурудев был, когда он получил этот храм в Бардамане, то в день Радхаштами была инаугурация этого храма, и Бхарати Махарадж рассказывал, что за всю свою жизнь я никогда не видел такого великого праздника, такого пира, который был организован Шрилой Пури Госвами Махараджем, хотя он был без копейки денег, но как-то организовал такой великий праздник, великий пир, что я не могу даже представить. Даже утром еще собирались что-то приготовить, но не было ни овощей, ни риса, вообще ничего не было. Но Гуру Махарадж говорил, Бхарати Махарадж был поваром и спрашивал, что же готовить, вообще ничего нету, когда начинать, что ни риса нет, ни дала, ни овощей, вообще ничего нет. И Гуру Махарадж сказал, подождите, не спешите, все придет. И когда Гурудев сказал, и буквально через полчаса какие-то люди откуда-то взялись с корзинами риса, сабжи, дала и прочего, и так они принесли огромное количество еды. И вот это был такой замечательный праздник, самый крупный праздник. А еще был крупнейший праздник в Кетуре, а Бхарати Махарадж говорит, что за всю свою жизнь самый крупный праздник, и Джайатхвани, Махапрасаду и всему остальному там возносили в течение получаса. И относительно строительства различных маматхов, различных видов служения, вот Бхарати Махарадж занимался всем этим проектированием, наблюдением, возведением храмов, всех храмов, все читания Гауди Матха.
И особенно в месте явления Шрилы Прабхупады, это долгая очень обширная история, и я на следующий день его явления или ухода я расскажу об этом. И вот Бхарати Махарадж, великий Бхарати Махарадж, он возвышенный вайшнав. И когда Шри Чайтанья Гаудия-матха, от имени Шри Чайтанья Гаудия-матха все преданные, они участвовали в Кумбхамеле. И там не было места. Все занято было, забронировано кем-то. И Джаджар Гостя Махарадж пришел, написал, послал телеграмму, что он приезжает через полчаса буквально. И все злы были, что куда приезжает, места нет. И Бхарати Махарадж сказал, что вы беспокоитесь. Как места нет, все занято, негде ему тут остановиться. И Бхарати Махарадж сказал, что это не ваш головняк, я отдам ему свое место. Поскольку он Шикша Гуру для меня, я отдам ему место Джаджара Гостя Махараджа. И он, Бхарати Махарадж, сказал, что Джаджара Гостя Махараджа, он мой Шикша Гуру, я отдам ему свое место, свою комнату. И вот Бхарати Махарадж сказал, что и всем, чтобы они не беспокоились, он отдаст ему свое место. И вот если буду говорить о трансцендентных деяниях, его характере, безупречном характере Бхарати Махараджа, я могу бросить вызов всему миру, что такого безупречного характера, как у него, очень сложно найти в моей жизни, может, есть какие-то пятна, но Бхарати Махарадж, он безупречен. И сегодня день ухода Бхарати Махараджа. Я посмотрел на Панджику Девананда Гаудия Матха, я знаю, но почему в предыдущий день, но они ответили, что в Хари Бхакти Виласе написано, что если какой-то кадыши соприкасается с предыдущими титхами, нужно избегать и поститься на следующий день. Если кадыша оскорнен какой-то другой звездой, то нужно на два души поститься. И в Хари Бхакти Виласе также написано, что все разные вайшнава титхи, то есть вчера был Ананта Четырдаши, когда Бхарати Махарадж оставил тело и Харидас такого, но титхи были осквернены, поэтому, смешаны с чем-то, и поэтому вот группа Нарайана Махараджа и Шрила Кешава Гостя Махараджа, они не пришли в согласие, поэтому вот Девананда Гаудия Матхи празднуют сегодня, а группе Нарайана Махараджа вчера. Кришнат Гитана Гану Нартану Кала Патху Жани Бхажита Шад Бхакта Вали Санса Чакра Мадупо Сени Бихар Аспадам Карна Нандир Каладханир Бахатуме Джуха Мару Прангани Си Чайтанна Даяни Дета Балашад Лила Судха Сардуни Банча Калпадуруси Кипасинда Бхавача Патитанан Павана Бхавишна Бхио Намона. Any question? No question. Try to hear, if not more, 100 times. To digest. And try to go very quickly. I don't know how long I am going to live on this earth. Try to do. Because it is written only 64, within 64. Now I already 64. It is written in my horoscope. I don't know what will happen.